Чувашии продолжается вакцинация от коронавируса. В республику поступила еще одна партия препарата «Гамковид-ВАК», включающая 2000 доз. Всего с начала прививочной кампании в республику поступило 4242 дозы вакцины. Все желающие привиться могут обратиться в поликлинику по месту жительства или записаться через единую горячую линию по новой коронавирусной инфекции по номеру 122. К этому дню вакцинировано около 900 человек, в том числе 478 сотрудников медорганизации, 314 сотрудников образовательных, социальных организаций, волонтеров. 82 человека уже закончили вакцинацию двумя компонентами. Между тем, количество заболевших коронавирусом в Чувашии сократилось. Уже несколько дней суточный прирост меньше 100 человек. Одновременно растет число выздоровевших, свободных мест около 1000. Это примерно треть от общего фонда ковид-коек.